Ты будешь? Будешь? Сейчас дам. Что, ты съел? Ты съел? Ты это же еще не доел. А это горячее, горячее, горячее. Так это... Все, оторвал. Ну все, да, ехали. Вкусно, нет? Вкусно! Будешь есть, никому не дашь. Добрый день, дорогой зритель. Здравствуй, уважаемый подписчик. На канале Баженитый. Я его так назвал. Это Россия, Западная Сибирь, Омская область. Для руководителей вышестоящих надзорной инстанции напоминаю, что я веду шоу, развлекательную программу. А для моих постоянных зрителей и новых зрителей объясняю, что во время вот этого телешоу, интернет-шоу, вы можете получить полезную информацию от меня, как от пользователя той или иной техники. Или просто я обменяюсь своим жизненным опытом. Вот человек ко мне обратился, блин, я не помню название его, обратился с просьбой, покажи, значит, как устроена гидравлика на пресс-подборщике КУАЗ. Ну, все правильно делают. Нужно готовиться зимой к покосу. Ну, покосу. Я так понимаю, что купил пресс не новый, бэушный. И некоторые детали не хватает. Вот. И, значит, посмотрел у него на фотографии, там коротенькое видео снято, что в гидравлике, там, где стоит распределитель, не хватает трубочек, шлангов. Ну вот, я так посмотрел, у меня такой же Роланд, ну я не знаю, такой номер, такой же, не такой же, но вот у меня конкретно 62-й. Самая простая доступная модель, одна из... ну, она довольно-таки старая модель, ну, во-первых, доступная, легко ремонтируемая, поддающаяся ремонту, и очень удобная в работе. Мое мнение, с ПРФ нашим российским не идет ни в какое сравнение. Ну а человеку, так, сейчас я подготовлю. Ну а человеку, который, в общем, он говорит, зашел на сайт, тоже где тусуются, значит, сельские жители, работники частного сельского хозяйства, и обратился, чтобы, ну, к народу, чтобы помогли с его проблемой. Для тебя, дорогой мой, я объясняю, что сайты — это прошлый век. Они уже лет 10, большинство изжили себя, потому что прогресс идет вперед. Да, я тоже, значит, сидел на поисковом сайте тоже лет 5, наверное, 7, лет 10 назад. А потом, ну, в общем, прогресс идет вперед, и народ не хочет писать, не хочет общаться. Значит, вот владелец сайта, конечно, он его пытается продвинуть, но в настоящее время доминирует другая поисковая система, это в Гугле, YouTube, где народ тусуется на конкретных каналах, общается, значит, задает вопросы. Ну а там уже владелец, или, значит, кто ведет, или администратор, значит, записывает видеоролики по просьбе зрителей и
общается. Вот на моем, значит, у меня на канале, значит, у меня там есть канал Синокос 19, 20, 21 года. Можешь зайти, перейти, значит, в этот в поиск этих лет и поискать ту информацию, которая тебе нужна. То есть жмешь на мою аватарку моего канала, нажимаешь, там попадаешь на главную страницу. Кстати, там можно на главной странице, на баннере, где там я стою с трусрулеткой за моей спиной сено, в правом углу есть значки соцсетей. Нажимаешь на один из значок этих соцсетей, попадаешь в личку, в мой канал, значит, на мою страницу. Там можно переговорить даже по прямую, по видеосвязи, обсудить тот или иной вопрос. Ну а здесь я снимаю видеоролики для себя, для своего развлечения и для развлечения моей публики. Ну а кто меня смотрит постоянно или кто первый раз увидел, не забудьте поставить лайк. А если не нравлюсь я, не то показываю, значит, мало эффектов, мало экшена, ставьте дизлайк, пишите комментарии, любые. Конечно, негативные, когда пишут матом, они, естественно, будут спам, и их будет не видно. Ну ладно, ближе к телу, к телу вот этого агрегата. Сейчас я, меня видно не будет, я просто открою и покажу, о чем идет речь, какой был вопрос и что у человека, и расскажу, с чем я сталкивался. Ну, где находится гидравлика, у меня тут все защищено. Немножко здесь откроем и здесь посмотрим более внимательно. Немножко грязи, ну а как, без грязи оно никак. Если техника работает, рабочая, естественно, она будет в грязи и в пыли. Насколько было возможно времени, я почистил. Так, значит, я посмотрел, вроде бы у человека распределитель точно такой же. Тут не просто распределитель в этом месте находится, но здесь еще находится система, которая регулирует давление. А это давление важно для того, чтобы определить, с какой степенью давления, под каким нажатием будет закрывается на прессе полусфера. Значит, основной, насколько мне известно, я же не тракторист, не механизатор, а дилетант. Так, можно, конечно, я могу, конечно, там посмотреть, повести, значит, по шлангу провести. Ну вот, подходит основной шланг, который подает давление на распределитель. Я еще здесь сам ни разу сюда не залазил, значит, не откручивал. Ну, знаю, что здесь стоит клапан пружины, здесь должен стоять, насколько мне известно, шарик. Можно регулировать подачу давления. А здесь стоит тройник распределитель. А это, значит, на обратная подача. Насколько мне известно, если я не ошибаюсь, идет обратная, значит, подача, сброс давления обратно, значит, в распределитель трактора. А здесь уже вот. Вот этот вот шланг, выход, и вот этот вот. Это идет туда, на цилиндры, а это уже обратно с цилиндров. Ну, могу провести, конечно, показать, если в этом будет необходимость. Так что, дорогой мой зритель, вот. Ну, я думаю так, по этому поводу. Почему вот этого у тебя нет? Конечно, этот тройничок купить можно. Но если нет вот этого клапана, то это, блин, будет большая проблема. Тройник – это ерунда. Тройник – это ерунда. Тройник можно купить, и, значит, все это собрать, все это можно сделать. Значит, какие резьбы, я не знаю, не откручиваю. Ну, можно взять там измерительную линейку, которая определяет шаг резьбы, и можно померить. Но это все должно быть есть в магазине. А вообще, если возникает такая проблема, значит, вот у кого я покупал пресс в Сызрани, но я не буду называть фирму, потому что этот система Google определяет это как рекламу. Самарская область, город Сызрань.
И там, значит, компания, значит, которая, значит, продает рулонные пресса, там, тюковые пресса, у них есть там целая служба, ну, это частная компания. Есть менеджер, есть руководитель, ну, нормальные люди, с ними можно общаться. Набери, я не знаю, Екатерина сейчас работает или нет, ну, куда женщина, все равно будет работать. Там есть инженер. Если что-то есть, какая-то неисправность или что-то непонятно, у них есть техника, которая идет ну, не под разбор, а на запчасти. Они ремонтируют, доводят это до хорошего состояния, а потом ее, значит, уже выставляют на продажу. Вот попробуй, свяжись с инженером, покажи, что у тебя или что у тебя не работает. Свяжись, там можно и через WhatsApp поговорить, и через другую там, значит, систему связи. Сейчас вот самое время, пока свободны. А как начнется дело к весне, будут загружены работы, будет сложно. Так что, ну, вот так вот. Такой вот мой ответ. Если есть какие-то еще другие вопросы, ну, так же напиши, я тебе, значит, либо сниму в свободное время, значит, либо через соцсети можно переговорить, я объясню, что там зайдешь и можно будет пообщаться. Ну, а остальные, кто смотрел, кому было интересно или полезно, пошел дальше, значит, работать, управляться. Времени свободного нет. И еще там ролик у меня там готовится. Ну все, про лайки не забудем. Дизлайки, это вот так вот. Пишем комментарии. А будет реклама, поддержите канал рекламой. Просмотром рекламы, хотя бы одной, много не надо. Вот так вот, пассивным образом поддержка канала. Ну все, пошел дальше работать. До скорой встречи, пока.